Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти ребенка в Алагирском районе. Накануне примерно в 3 часа дня женщина вместе со своими двумя малолетними детьми вышла из дома к руслу реки Феокдон в Зуарикау и решила с ними искупаться. Пока она отвлеклась на годовалого ребенка, 3-летняя девочка зашла в русло реки. Ее унесло течением. Сегодня тело ребенка обнаружено в 800 метрах от места происшествия. По данному факту прокуратура проводит проверку.